Буквально в эти минуты суд города Березники в Пермском крае решает вопрос об отсрочке наказания для участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной. До достижения ее сыном 14 лет. Прокуратура категорически против. Изначально требование Алехиной собиралось рассмотреть на территории колонии номер 28, где она отбывает наказание. Но процесс решили сделать открытым и перенесли заседание в городской суд Березников. По словам адвоката Даровой, ее подзащитная, есть все условия для воспитания сына. Кроме того, долгое отсутствие матери ухудшило эмоционально-психологическое состояние мальчика. В практике российских судов уже случались прецеденты, когда осужденным женщины с маленькими детьми наказание откладывали. Вот, например, дочери секретаря Иркутского облизбиркома Ани Шевенковой, которая в 2009 году сбила на автомобиле двух девушек, суд дал 14-летнюю отсрочку от тюрьмы. Но эксперты считают, что у Алехиной шансы невысоки. Она несколько раз просыпала подъем и на это получила 4 взыскания. Девушка надежды на скорое возвращение к сыну не теряет и просит разобраться с работой дисциплинарной комиссии в колонии.